Почему и как вы сейчас узнаете, и поможет нам в этом программный директор фестиваля «Послание к человеку» Алексей Медведев. Так получилось, что мы 3 года звали человека на фестиваль. И когда получили письмо о том, что он заболел, мы очень расстроились. Но мы расстроились не за наш труд, не за фестиваль, а прежде всего встревожили своего здоровья. Потому что 86 лет – это тот возраст, когда со здоровьем шутить нельзя. Особенно, если ты собираешься снимать свой 45-й фильм. Этот человек – великий режиссер-документалист Фредерик Уайзман. До нас доехали его фильмы, замечательные картины, «Средняя школа», «Безумство в Титикате», «Закон и порядок», «Джексон Хайтс». Более того, эти фильмы доехали до нас в оригинальном формате на 16-миллиметровой пленке, и все любители кино имели уникальную возможность увидеть их так, как задумал Фред. Уже после того, как мы приняли решение вручить ему этот приз за вклад, приз за карьеру, мы узнали, что аналогичное решение приняла в этом году и Американская киноакадемия. В феврале Фред получит свой почетный Оскар. А это маленькая репетиция. Пожелаем вам здоровья. Спасибо. Наше посвящение.